Глава Одинцовского округа, секретарь местного отделения «Единой России» Андрей Иванов провел рабочее совещание по готовности детских лагерей муниципалитета к летней оздоровительной кампании. На встрече также присутствовали представители общественной палаты и родители ребят, которые ранее отдыхали в лагерях округа. В общей сложности в «Радуге», лагере настоящих героев, Объединенном Королевстве и «Орленке» этим летом отдохнут 4620 ребят, сообщил глава округа. Андрей Иванов подчеркнул, что при распределении льготных мест в детских лагерях обеспечена максимальная открытость и прозрачность.